7 дней в Лондоне проходил паралимпийский чемпионат по плаванию. Украинская сборная на нем завоевала 55 медалей, среди которых 17 золотых. Сегодня украинские паралимпийцы вернулись на родину. В аэропорту Борисполь сборную встречал и корреспондент UATV Олег Шумейко. Цветы, овации, плакаты со словами поддержки, возгласы «Ура! Молодцы!» Так на родине в аэропорту Борисполь встречали паралимпийскую сборную Украины по плаванию, которая вернулась с чемпионата мира из Лондона. Паралимпийцы завоевали 55 медалей, из которых 17 золотых. Больше всех постарался харьковчанин Максим Крипак. У него 5 золотых и 1 серебряная медаль в эстафете. Вместе с медалями завоевал и паралимпийскую лицензию. Теперь в Токио через год планирует выступить не хуже. Надо же как-то прогрессировать, улучшать, чтобы была дальше мотивация. Если останавливаться на одном и том же месте, это, конечно, тоже хорошо, но я привык идти все дальше, дальше и дальше, поэтому будем целиться взять 8 золотых, ну или хотя бы 7-6, а там посмотрим. Всего в Лондоне украинские паралимпийцы добыли 18 паралимпийских лицензий. Среди их обладателей стоит отметить тотально незрящего спортсмена из Донецка Виктора Смирнова. Свои первые награды на Паралимпиаде он выиграл 15 лет назад. На плаву и в хорошей форме Виктор остается и по сей день. Настраивает на победу, потому что я попробовал, выполнил определенную работу, прошли сборы, подготовка. Я увидел, что я еще могу, и поэтому буду дальше заниматься и стремиться победить в Токио. В Лондоне на паралимпийском чемпионате мира по плаванию украинских спортсменов было 43, и 28 из них на родину вернулись с наградами. Результат на самом деле феноменальный. Олег Шумейко, Антон Куница, Борисполь, UATV.